Это Свет. Сегодня катаюсь на таком вот интересном питбайке Каю. Китайский питбайк. Но видно, что он такой кастомный. Старенький, но бываленький. Ну, вот сейчас попробуем немножко погонять по пересеченке. Ага. Ну вот, тарахтит. Достаточно громкий. Глушак, видимо, прямоток у него. Передачи переключаются вверх все. Интересно. Будем, так сказать, пробовать. Надо было штаны одевать. В шортах, конечно, не очень. По траве. По такой фигне. Крапива бьет по рукам. Где же мои перчатки? Ну ладно. В следующий раз буду знать. Да и в принципе перчатки надо одевать. Слушай, интересный агрегат. Я бы с удовольствием себе вот такой вот безрегистрационный, бесправный приобрел бы. Придумал бы крепление себе на двенашку. Загрузил его. И погнал. Штука неплохая. Интересно, какая цена сейчас данного агрегата. Собачки. Собачки, экшен, экшен. Экшен, экшен. Они засаду на меня делают, видишь, в кустах спрятались. Сейчас будет нападение. Он нас смотрит. Да, побежал. Но я все равно быстрее еду. Перчатки одел. Потому что перчатка все-таки лучше. О, небо какое красивое. О, какой фронт. Ничего себе. Намного поинтересней. Главное здесь. Здрасте. Главное здесь не теряйте самообладание. Блин, точно надо покупать такой. Точно. Какой? Какой фронт, а? Вот это красота. Вот это погода намечается. Я сейчас чувствую, можно упереться на этом поле в какой-нибудь булыжник, камень, доску. И просто навернуться. А нет. Это взлетно-посадочная полоса, товарищи. Навстречу фронту полетим. Ох, красота. Ну ладно, не будем мы особо злоупотреблять. Я предлагаю здесь вот завершить это замечательное мероприятие. И как говорится, отсюда упорхнуть.
что, здорово? Интересно. Но это взлетно-посадочная полоса, поэтому не стоит на этом, как говорится, концентрироваться и злоупотреблять. Ох, надо мне текать, хлопцы! А-а-а! Что там у нас происходит? Ух, дождь начинается. Точно на нас идет. Блин, еще ехать в Дорогобуж. Заглох. А! Все. Это чувствую, будет экшен у меня сегодня. Сейчас выйдем, главное ничего не потерять и не глохнуть. Ух, ой, там уже льет. Ух, ёпта. Ух. Понятно. Можно сказать, что выехал. Уже хорошо. Чуть-чуть не доехал до дороги. Ух. Ух. Вот это погода. Вот это экшен. Какая-то буря. Ух ты. Вот это да. Погода началась. А, мягко говоря, нелетная. Поэтому надо заканчивать на этой позитивной ноте. Спасибо, что смотрели. Был Свят. Пока.